Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Сегодня мы начинаем интервью, публикацию кусочками, небольшими каплями интервью с пастором Раджи, которое я снял на Цейлоне, который сегодня большая часть населения планеты Земля знает как Шри-Ланка. Что это за остров? Как там живут люди? Что за народ населяет эту землю? С этого начинает свой рассказ пастор Раджи. Меня зовут Сельваратнам. Здесь люди, буддийский народ и мусульман есть, индусский народ есть. Но по-разному культурный народ, много религий, много богов. Вот так вот, колдовство очень много в этой стране. Можно говорить, каждый день, каждый ночью они колдуют. Вот такой страна здесь. Трудно, конечно, труд есть. Тамильский и сингальский народ. Два языка, это два народа. Культура вообще другой. Сингальский народ, они из Шри-Ланки, которые начинали здесь, а тамильский народ от Индии приехали. Вот так вот, два народа здесь стали, вот так вот. А я сам тамильский. Да, война была здесь, 30 лет была война. Но много людей убили. Но это тамильский народ противостоял на сингальский народ. Потому что они хотели сами свои страны руководить. Просто главный народ, сингальский народ, они просто тамильский народ уничтожали много времени. Поэтому они хотели сами свои жизни строить отдельно. Поэтому страну половину они спросили. А государство для этого не заголосовало. Поэтому воевали. Но это 30 лет воевали, это сильная война была. Много людей убили. И другие страны много помогли на тамильский народ для войны победить. Поэтому финансово и оружие страны очень сильно были, крепкие были. И поэтому 30 лет государство не мог остановить этого. Но много, я думаю, народ молились для этого. Много людей убивает. И бомбы кидали, это очень большая проблема была. И после этого, может, верующие много молили, мир спасили от Бога. И тогда, я думаю, пришли в последнее время, в конце времени пришло, все. Тамильский главный, кто воевал против сингальского народа, его убили. Останься ловили, поставили в тюрьму. Вот так вот война закончена, вот через 30 лет. Но сейчас назад 8 лет, где так, я так думаю.